Hi. Hi. What's your impression about McDonald's leaving? I can't say I quite miss it, but it's a part of a bigger problem. So yeah, it's quite bad that it's there left. Да. А почему? Потому что все стоило недорого, было вкусно. Так что ты соскучишься, что в Макдональд не работает сейчас, да? Ты соскучишься, что в Макдональд не это? Да. А почему? Потому что там вкусный бургер, они дешевые. Они вообще их там много. Ты бы хотел, что вернуть Марона, да? Ах, черт. О, май гад. Yeah, I miss McDonald's because I spent a lot of time with my friends in McDonald's and it was pretty fun time. There was really high quality food there. I don't think that there is a lot of places in Russia where you can eat this quality of food for such a low price. Да, жалко, что не будет, потому что я скучаю по Макфури, и потому что там можно было раньше посидеть с друзьями, а теперь нельзя. Было очень классно там сидеть и картошку фри хочется поесть. По поводу Макдональдса довольно обидно, потому что мы часто ходили с друзьями туда. Ну и сейчас мы пользуемся другими сетями фастфуда, так что я особо не расстроен. А что твое мнение, люди потеряли работу? Не знаю, честно. Я не особо не вникался в это. Ну, наверное, да. Но вроде как, насколько я знаю, то, что сеть должна возобновить свою работу. So, what is bad McDonald's leaving? It's not just... The problem is big companies leaving. It's not just... They're doing it to support Russia, Ukraine and to stop all this stuff that's happening, but it doesn't work this way. When big companies, not just like McDonald's, maybe the Meta, they're blocked, they purposely block Russian servers, they purposely block Russian IDs. Ах, черт. Дело в том, что это не приводит ни к чему хорошему, потому что это блокирует не только со стороны российских россиян от того, чтобы они воспринимали информацию на других сайтах, ну, на иностранных сайтах. Мне как-то все равно, потому что есть Burger King, поэтому, не знаю, почти одно и то же. Мне как-то особо не жалко, что... А все это люди, которые потеряли работу? Нет, ну людей жалко, конечно, потому что люди работали, люди потеряли работу. Да, но все равно вы спросили мое мнение. Мне все равно. Путин, он делает все правильно. Если бы не он, то сейчас бы наша страна загнивала. То есть... По поводу Макдональдса я отношусь нейтрально, потому что я особо не люблю Макдональдс, не работала там, и я более за здоровое питание, поэтому мне как-то безразлично. Yeah. Мне не жалко, что ушел Макдоналдс, так как я не хожу. Было в детстве, пару раз я ходил, было правда вкусно. Но сейчас я в данном случае не хожу, я больше не трачу деньги. Ну, в общем, да, жалко, что они все ушли. Все-таки можно было бы ходить там на праздник, сходить бы там с кем-нибудь, с друзьями, чтобы как бы коллектив был с друзьями, там встретиться, погулять. А так, что жалко, да, есть такое, что? Нет, не соскучилась. А почему? Потому что я худею. И мне очень помогает то, что его нет. С одной стороны, Мак – это довольно дешевый вариант питания. И я как студент, для меня это очень было важно с той точки зрения, что перекусить между парами вариантов не очень много. Особенно сытно и именно большую сумму. Так как нормальный питание стоит гораздо дольше. Дороже. Ну, честно говоря, будем скучать, но если что, можно будет заменить другими ресторанами быстрого питания, такие как Кровка Картошка, Теремок, ну даже Бургер Кинг. Но Макдональдс все равно это будет самое лучшее. В принципе, я по Макдональдсу не соскучился, потому что, ну, я считаю, что у нас есть замена Бургер Кинг и очень много других разных кафешек, которые заменяют Макдональдс. Вот, поэтому замена всегда будет, и наши чиновники и все эти, они создадут более крутые всякие кафешки разные, и я считаю, что нам не нужны эти Макдональдсы, KFC. Ну, мое мнение таково, что в связи с тем, что сейчас происходит у нас в России, мне вот жалко, конечно, что вот у нас происходит сейчас в стране, потому что брать там Горбачева,
Хрущева. Вот они разрушали нашу страну, СССР получается, а Путин поднял с ног нашу страну, и сейчас он делает все правильно. Вообще у каждого производителя есть свое мнение. Если он захочет уйти, он ушел. И ну, его никто не держит. Он захотел уйти, он ушел. А так что тебе не жалко, что Макдональдс нет или... Нет, ну, конечно, есть, что скучаю, жалко, но не сильно. Это терпимо. На самом деле тут, знаете, 50 на 50, так как, в принципе, да, жалко, то, что вот многие люди вот бывали, вот, ну, чисто как перекусить на 5 минут или вот это... Ну, чисто посидеть с компаниями. Вот, да, люди потеряли работу. Но с другой стороны, мы можем, в принципе, найти замену Макдональдсу, и то есть, как и русские компании, уже будут этим всем заведовать. Тут, ну, реально, мнение 50 на 50. Так что в каком-то смысле я скучаю, но с другой стороны, Мак все-таки вредный пища. Поэтому, ну, я рад, что сейчас будут искать альтернативу, будем уходить на внутренний рынок, и мы сейчас. Будем производить импортозамещение.